Отлично, отлично. Грищук с победы стартует эту стадию и ведет уже плюс 2. Плюс 2 это хорошо. О, это у нас пирс уфимцев. Так, это современная трактовка, когда конь на f6 пока не торопится появляться, но он появится там, наверное. Конь d7, ферзь d2. Ну, d3 тоже отличное решение. Вы знаете, Грищук сейчас действует очень солидно. У нас получается вообще уйтелка, да? Есть такая система. В свое время Генрих Чепукайтис совершенно виртуозно исполнял эту систему. В блице просто невозможно было с ним бороться. Он тут 100 миллионов полезных ходов делает. О, смотрите, черный король своими ножками идет на h7. Вот ведь что творит, а? Ой, Вань, умру от акробатиков. Смотри, как вертится нахал. За цеха наш товарищ Сатиков недавно в клубе так скакал. Вот так и скачет. Король h7, король g8. Вот, тут Высоцкие, песни Высоцкого, конечно, объясняют все особенности этой позиции. Абсолютно все. Ученые стоят и делают вид, что ничего не хотят. Опять b5, c4, белые стартуют на ферзевом фланге. Пункт c7 слабый. Что делать? Что делать? Что делать? Венгрия в шоке. Сейчас ладья c1, ферзь c2, продавим эту пешку. Неужели на c7, на c6 придется ставить? Пришлось. У белых большущий позиционный перевес. На слона b7 жалко смотреть, но замечу, что он еще жив. Конь d2, конь b3, конь c5. Солидно все, серьезно. О, а теперь лошадка на d6 прыгнула. Отлично, отлично. Пешку на b4 не зевать. Саня, пешку на b4 зачем зеваешь? Да елки-палки, ну зачем же так-то? Совершенно без такта. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, элементарная же вещь. Ну, так, Саша, проснись. Я понимаю, нет, кстати, позиция все равно, видимо, с большим перевесом у белых. Потому что, ой-ой-ой, ферзевый фланг какой здесь гнилой. Ну, конь d6 просто. Конь d6. И, наверное, я думаю, что слон b7 просто, ну, не сможет выжить. Просто конь d6, ладья b3, да. А сейчас конь b6 угрожает. Ну, я не могу себе представить, что можно на такую чудовищно плохую позицию. Сейчас ладья b7, да, чудовищно плохую позицию выдержать. Но блиц есть блиц, да, там сейчас... Конечно, что-то можно зевнуть. Вот сейчас пешку на h6 собираемся слямзить ферзем, да, и пешку а провести. А черные связаны, перевязаны, но буквально, ну, ферзь бьет h6. Ферзь бьет h6, я, честно говоря, не вижу. Даже просто ферзь a7 хотим сыграть и по вертикали, по седьмой горизонтали все съесть. Так, а что у нас циферблат? На 10 секунд больше у Грищука. Ну, есть отлично, много времени для того, чтобы попить кофейку, прогуляться. Да, ну, здесь все очень просто. Да, ну просто ферзь а7, мне кажется. Ферзь а7 такой серьезный. А, там ладья а8. Ой, подождите, не будем зевать. Давайте не будем ничего зевать. Ну, просто dc. Вот не надо мудрить, да, просто dc и вернулись в центр. Так, ферзь... Стоп. Стоп, там слон c6 с угрозой мата на g2. Слон c6, Саня, отлично. Блестящий оборонительный ход. Ладья c7 и белый ставит пешку на b7. Абсолютно подавляющая позиция, сдавайся. Сдавайся, сдавайся, Рихард. Ну, ферзь b2 просто, и все. И, видимо, финита ля комедия. А ладья бьет d7 еще лучше. Ну что, великолепная победа. Вы знаете, просто порвал. Порвал на мелкие тряпки, на мелкие осколки. Браво, браво, Грищук. И мы ведем плюс 3.